Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас Адони Моуза. Он из Америки, к музыке он не имеет никакого отношения, но у него хороший вкус и своеобразное чувство юмора. Всем приятного просмотра! Всем привет! Мы снова в деле, снова в теме, чтобы сделать еще одну реакцию из разряда «Секретные материалы» или «Инопланетные цивилизации» или «Они живут среди нас», потому что так и есть. Кстати, я как-то сказал в одном из моих видео, где я предположил, что он невысокого роста. Мне казалось, что он невысокий. Я думал, он где-то сантиметров 170. Ну, может, 173 с кепкой. Но потом мне сказали, что он довольно высокий парняга. Под 190 сантиметров. Так что не обессудьте. Я к тому, что он высокий. Красивый. Еще и поет, как бог. Ну, разве это справедливо? Справедливо? Ладно. Итак, сегодня у нас будет реакция, которую вы просили в комментариях. И это... All by myself. Эту песню пела... Блин, как же ее по батюшке? Селин Дион. Селин Дион пела эту песню. А оригинал вроде какой-то чувак исполнял. Я не могу вспомнить его имя. Кармен что-то такое. В общем, не суть. Давайте сразу же приступим к делу. И послушаем, что же у нас тут будет. Но перед этим я... У меня просто... У меня уже нет слов. Поехали. Хорошо. Как вы все только что слышали, это наверняка пела его девушка. А он, понятное дело, просто шевелит губами под фанеру. Это же ясно как день, что эту часть спела девушка. Продолжим. Я слышу эту строчку. All by myself. Вот от чего меня прет. Каждый раз я вижу вот таких вот людей в зале. Она же уже все. Бэткенский. Она сейчас далеко-далеко. Парит и витает где-то в облаках. Я к тому, что все так внимательно его слушают. Такой голосище. Попробуй тут не послушать. Вот эти разбежки всегда меня будоражат. Каждый раз. Что-то в них такое есть. А есть среди вас такие, кто помнит концерты Майкла Джексона? Там же все сходили с ума и теряли сознание. А здесь что-то абсолютно противоположное. Когда поет Димаш, все его слушают. Все очаровываются этим голосом и впускают его внутрь себя. А от Майкла Джексона все просто теряли голову. Я слышу некоторые английские слова. Yeah.
Я не могу. Все равно, когда смотрю на него, он мне кажется каким-то маленьким. Или это из-за того, что он немного худощавый. Я к тому, что вот откуда в нем столько голоса? Вот откуда это исходит? Я хочу обратиться ко всем ученым. Схватите его. Закройте его. Извините, но мы должны узнать правду. Схватите его и посмотрите, что там внутри. И пусть это будет доктор Кто, который путешествует в пространстве и времени, на своем космическом корабле, похожем на телефонную будку. Я уверен, что внутри него живут малюсенькие инопланетяне, которые создают дополнительное пространство для его голоса, и там у них еще есть завод по производству воздуха. А иначе как? Пианино по кайфу. Вот это разбежка. Ух ты, пух ты. Такие штуки цепляют меня. Давайте еще разок. Еще разочек. А ну-ка, стоп. Это я уже гоню? Или вон тот чувак всегда ходит в одной и той же одежде? Или это такая униформа? Извините, хочу посмотреть еще раз. Почему он всегда в одной и той же одежде? Ну а это уже точно Майкл Джексон. Я про вот этого чувака. Классный эффект. Ну все, он уже выделывается. Хорошо.
Слушай, мы уже поняли, что ты не из нашей планеты. Говорю, как она есть. А если серьезно, я думаю, что вот такие люди, имею в виду такие талантливые, приталантливые, если вы встретитесь с ними в реальной жизни, то это такие спокойные люди, без всяких понтов, добрые. Хотя многие думают, что такие люди наглые и самоуверенные. Он по-любому. Держу пари. Ставлю все свои деньги. Ставлю все. Все свои 12 баксов. Но я уверен, что он спокойный чувак. Вот свистун. Мне нужно водички. Итак, еще разок. Еще разочек. И моя голова почему-то двигается вот так. Мне кажется, он спел эту часть вот так, потому что, возможно, когда он делал это раньше, все думали, что это заранее включенная запись. Если бы я в первый раз был на этом концерте, я бы подумал, что это за откровенная фанера. И поэтому он такой, ну, сами напросились, и вытворяет вот это, чтобы показать всем, что это живой голос. Боже, черт меня дери! Так кто же пел эту песню в оригинале? Эй, всем мира! Всем спасибо за внимание. В середине песни был забавный момент, когда Димаш забыл слова. Он сам в этом честно признался. Кому интересно, можете вернуться и посмотреть заново. Всех люблю, всех обнял. Пока!